Итак, добрый день. Сегодня мы с вами будем делать планы наших этажей, учиться оформлять их, переводить из такого нашего трехмерного вида дом в отображение двухмерных проекций наших чертежей, чтобы мы могли в дальнейшем их вывести на печать и уже в дальнейшем использовать для каких-либо строительных наших чертежей. Вид дома может у вас отличаться, вы добавили там элементы благоустройства дополнительные, все на ваш вкус. Мы с вами будем заниматься планами этажей. Я в диспетчере проекта в два раза левой клавишей мыши нажимаю на план нашего этажа. Я разобью по основным 13 пунктам, поставлю временные промежутки в описании данного видео, чтобы вы могли грамотно переходить по всем необходимым источникам. Итак, начало с начала нашей работы. В первую очередь, что нам необходимо сделать на плане наших этажей, это отредактировать отображение всех возможных элементов. А конкретно, я перехожу во вкладку «Вид», видимости графика, так же как и на фасадах и на разрезе, убираю галочку с антуража, озеленение, все остальные элементы, которые добавлялись в наш проект, убираю при помощи лампочки, скрываю ненужные мне элементы. У нас на планах наших этажей должны остаться только основные элементы, при помощи которых мы с вами моделируем наш чертеж. Дальше, что мне необходимо сделать? В свойствах плана наших этажей меня интересуют границы, а конкретно в границах секущий диапазон. Для чего настраивается секущий диапазон на планах? По российскому ГОСТу у нас высота секущей плоскости плана нашего этажа располагается на высоте 1/3 от высоты этажа. У меня в данном случае высота этажа 3 метра. Соответственно, я ее должен корректировать, потому что по умолчанию Revit ставит свое. Захожу в секущий диапазон, и меня интересует вот эта функция «Секущая плоскость». 1/3 от высоты этажа – это 1000 наших миллиметров, то есть 1 метр. Окей. Мы с вами выполнили основную корректировку всех возможных элементов. Сами фасады мы с вами не скрываем, данные клювики, пускай они у нас с вами отображаются. Я в дальнейшем могу их просто передвинуть, нажав на кружочек, зажатой левой клавишей мыши, передвинуть. Причем обратите внимание, отображение плоскости фасада остается на своем месте. То есть я перемещаю не за клювик, а сам кружочек убираю, чтобы в дальнейшем можно было подрезать областью нашего вида. Следующая настройка, пункт номер 2, это толщина наших линий на планах. То, что касается толщины наших линий, вы должны запомнить, что то, что режется у нас с вами на плане, всегда отображается толстыми линиями. То, что не режется, отображается тонкими. Давайте настроим. Вкладка «Вид», видимости графика. Нахожу стены. Раскрою сразу древо. И для сечения общие ребра у стен поставлю марку 5. И у самой стены марка 5. Соглашусь с выполнением данного действия. У нас с вами основные все элементы стали толстыми. Все остальные должны быть тонкими. А в зависимости от того, что вы добавляли в свой проект, их может быть много. Но также еще не забывайте, вот у меня есть колонна видимости графика. Найду колонны. Колонны. Тоже поставлю сечение для колонны марки 5. Что я настраиваю дальше? Тонкие наши линии. А конкретно для окон, дверей, фундамента, перекрытия, ограждения и лестницы. Вкладка видимости графика. Начинаю. Окна. Раскрою древо. Все по аналогии, что было на теме самого разреза. Перераспределить, марка 2. Двери. Перераспределить, марка 2. Фундамент у нас выполнен через функцию перекрытия. Перекрытие. Марка 2. Но на самом деле здесь для проекции надо было линии настраивать, потому что у нас мы фундамент никак с вами не разрежем, поэтому и перекрытие, и фундамент, проекция поверхности, плоскость, марки 2.
Следующее ограждение. Ограждение. Марка 2 для сечения. И марка 2 для проекции поверхности, если по ней не прошла плоскость разреза. Лестница. Лестница наша. Раскрою древо, выделю все элементы лестницы. И для сечения, и для проекции разреза марки 2. Потому что лестница у нас частично подрежется, частично останется без области подрезки. Ну и саму лестницу тоже поставлю марку 2. Марка 2. Итак, дальше мы с вами будем настраивать элементы семейств для нашего проекта. А конкретно будем использовать различные варианты и различные методы редактирования семей, чтобы они в итоге на трехмерном виде у нас с вами остались. И на планах этажей тоже никуда не скрылись наши основные функции. У нас с вами на окнах должно быть три линии. У дверей только линия открывания под углом 30 градусов на длину дверного проема, который использовался ранее. Итак, давайте проделаем. Сначала на одной двери, которая располагается снаружи, вторая дверь, которая располагается у нас, проходит через нее секущая плоскость нашего разреза, и проверим, чтобы все элементы были, отображались на всех отображениях. Подсвечиваю дверь, нажимаю «Редактировать семейство». Перехожу в диспетчере проектов на опорный уровень. В опорном уровне перехожу во вкладку «Вид видимости графика». Вкладка «Категории аннотации» убираю галочку со всех вспомогательных линий. Что я теперь делаю? Выделяю все элементы дверного проема через фильтр. Оставляю только галочку на линии. Везде, где есть слово «линия», я оставляю только там галочку в фильтре. Нажимаю «Ок». Что вы должны знать? Каждое семейство, которое вы подгружали из интернета, из стандартного, ее общая сборка может отличаться от того, что показываю я. От той, что показываю я. Поэтому каждый раз нужно будет редактировать все вручную. Никаких шаблонов нету, никаких фильтров дополнительных нету, только ручная корректировка. Что я делаю теперь? Выделяю все элементы, оставляю галочку «Каркас импост». Захожу в переопределение видимости и графики, ставлю галочку на слева-справа, нажимаю «Ок». Скрываю данный элемент. И пойду постепенно вручную. Во-первых, сейчас закрыть и загрузить проект. И посмотрю, что у меня в итоге изменилось теперь. На самом деле, сильной разницы от того, что было, не увижу, потому что эти элементы у нас с вами подвергаются дальнейшей уже настройке. Снова захожу в редактирование семейства. Опорный уровень. Выделяю элементы, уже узлов в данном случае, мог через фильтр элементы узлов, если он у нас позволит все выделить элементы узлов. Переопределить видимость и графику. Убираю галочку с высокого уровня детализации. Снова перепроверю. На самом деле поставлю на среднем, уберу с высокого. Посмотрим, что произойдет. Закрыть и загрузить проект. Заменить существующую версию. Я вижу то, что элементы импоста в двери у меня исчезли на двухмерном виде. На трехмерном виде у меня осталось все хорошо. Возвращаюсь на план своего этажа. Подсвечиваю дверь. Редактировать семейство. Перехожу на опорный уровень. Меня интересует открывание моей двери. Изменить тип. В данном случае я убираю галочку с высокого уровня детализации. Закрыть и загрузить проект. Всегда перепроверяйте, какие элементы вы скрываете и настраиваете. На плане этажа у меня дверь пропала. На трехмерном виде она у меня осталась видимой. Значит, этапы у меня абсолютно верны. Снова подсвечиваю дверь, но на самом деле я уже вижу то, что у меня все остальные элементы скрылись. Возвращаюсь в редактирование семейства, опорный уровень, и через аннотации символическая линия выбираю 0.18 разрез, либо мог выбрать двери разрез, и проектирую линию длиной
1000 у меня входная дверь была, так как эта линия у меня запроектирована вручную, точнее под углом 30 градусов, и откладываю на цифровой клавиатуре значение 1000 мм. Закрыть и загрузить проект. Не сохраняю данное семейство, так как каждое семейство редактируется на сручную. Заменить существующую версию и значение параметров. Я вижу то, что у меня появилась линия открывания дверного проема. В трехмерном виде у меня этой линии нету. У тех, у кого на трехмерном виде появляется линия еще дополнительная снизу, что с ней необходимо сделать, чтобы она не портила трехмерный вид. Зайти в редактор семейства того же самого с дверью, опорный уровень, подсветить данную линию открывания, и сверху есть функция преобразовать. Она преобразует линии из проекции поверхности в проекцию разреза, то есть отображаться будет только на разрезе, а не на трехмерном виде. Но мне этого делать не нужно, я возвращаюсь назад. Теперь мы настроим семейство с нашим окном. Оно идет немного другим чередом. Выделю свое окно, редактировать семейство. План этажей, опорный уровень. Вид, видимость и графика. Категория аннотации, убираю галочку со всех элементов, которые мне не нужны для вида. Выделяю элементы окна, фильтр, оставляю каркас импост. Все то же самое, что мы с вами делали с дверью. Переопределить видимость и графику. Здесь ставлю галочку только на виде спереди, справа. Спереди, сзади, слева, справа. Скрою сразу же каркас импост. Подсвечу элемент открывания окна. Переопределить. Убираю галочку с планов наших этажей потолков. Оставляю слева, справа. На самом деле, слева-справа лучше не возвращать, иначе она на разрезе у нас с вами восстановится отображение всех элементов, и придется заново его редактировать. Поэтому оставляю только на спереди-сзади. Скрываю. Выделяю. Переопределить. Оставляю спереди-сзади. Скрываю. Проверяю все элементы. Окей. Скрыть. Переопределить. Ну, а поставлю пока слева-справа, потом проверим на разрезе, насколько, помню, остекление у нас с вами, панели остекления не влезают в отображение. Скрыть. Панель аннотации, символическая линия. Вспоминаем, можно использовать окна разреза, а можно использовать линию для разреза, которая изначально у нас была создана. 0,18. Тонкая линия. Линия по центру и линия по границам нашего окна. Закрыть и загрузить проект, не сохраняя данное семейство. Заменить существующую версию значения параметров. На планах этажей я уже вижу окно по ГОСТу. На трехмерном виде у меня никакие элементы окна не скрылись. На разрезе перепроверяю. На разрезе у меня восстановились элементы моего окна. Снова захожу в редактор семейства. И смотрю, что у меня здесь еще не скрыто. Ну, во-первых, сами линии я могу уже скрыть через фильтр. Эти линии я использовал сам вручную. И перепроверяю, чтобы у меня спереди, сзади... Здесь галочка у меня стоит. Скрыть. Переопределить. Стоит. Скрыть. У моего остекления добавлял слева-справа, убирая галочку. Слева-справа убираю галочку. Проверяю все возможные элементы. Слева-справа убираю галочку. Здесь она убрана. Убрана. Убираю. Закрыть и загрузить проект. Опять же, не сохраняю, заменяю.
На разрезе оно снова вернулось, отображается хорошо. На плане этажей отображается хорошо. На трехмерных видах никаких изменений не произошло. Снова возвращаясь на план этажа, отредактирую дверь нашу. Дверь эта используется у меня во многих помещениях, поэтому мне нужно будет ее еще скопировать. Изменить тип. Сразу же скопирую мою дверь. Она у меня была 700 мм. Изначально в видео предыдущем я ее никак не обозначал. Сейчас мы с вами ее обозначим. Прошу прощения за паузу. 700, точнее не на 1000, а на 200. Окей. Захожу в редактор семейства. Опорный уровень. Вид. Видимость и графика. Категория аннотации. Убираю галочку со всех элементов. Выделяю. Снова. Выделяю все, где есть линии. Удалить. Выделяю. Фильтр. Каркас импост. Переопределить. Слева, справа я не возвращаю галочку. Проверяю, чтобы у меня отсутствовала галочка на планы этажа и секущая плоскость. Слева и справа я не убираю, убрал галочку, потому что она у меня на разрезе уже была убрана. Здесь все верно. Скрыть элемент. Переопределить. Тут все верно. Скрыть. Ну а дальше все основное верно настроено. Снова вкладка аннотации, символическая линия. Для разреза 0,18. Линия 700 мм под углом 150 градусов. Ой, ну 30 градусов, если смотреть другой проекции. Не сохраняя семейство, заменяю существующую версию значения параметров. Я вижу то, что все двери в однотипных семействах у меня заменились. Мне для этого нужно было сохранить семейство в отдельности. Что я делаю? Вижу свою дверь, которой палочка не доходит, на длиной 1000 мм. Она у меня стала дверью однощитовой под маркой 2. Редактировать семейство захожу. План первого моего этажа. Продлеваю до 1000 в данном случае. Передвигаю обозначение. Теперь, ну, могу загрузить закрыть проект и загрузить, и уже выбрать, куда сохранить мою, либо мог сразу же сохранить данное семейство. Выбираем путь для сохранения, ставим обозначение, та же самая дверь 1000. Сохранить. В данном случае я уже сохранял этот файл под 1000 миллиметром, я его заменяю. Любой путь. Заменить существующую версию значения параметров. Теперь в выпадающей менюшке с выбором моей двери выбираю подпись. Вот у меня однощитовая 1000. И вот моя дверь 1000 миллиметров. Со всеми остальными типами дверей, которые используются в одном и том же семействе, нужно будет проделать аналогичным образом. Что я делаю? Проверяю. Здесь у меня должна быть 900. То же самое. Редактировать семейство. Здесь у меня будет 900 уже миллиметров. 900. Не забываем перенести. Файл. Закрыть и загрузить проект. Изменения в файле не сохраняю. Сохраняю. Ставлю подпись 900 миллиметров. Сохранить. Дверь у меня сохранилась уже изначально в моем проекте. Я могу ее поставить, мог не ставить никуда, чтобы в дальнейшем удалить. И в панели свойств выбираю, где у меня подпись «Дверь моя 900». Вот она. Тысячная дверь уже здесь не подойдет, так как у нее палочка будет 900 мм. Так нужно будет проделать с каждой дверью в отдельности. Но дабы у меня здесь их немного, они у меня уже автоматически все подстроились. Что я делаю дальше? Ну вот самое банальное, это вот с сохранением отдельных семейств. Оси и название нашего чертежа. Начнем с названия чертежа. Аннотации.
текст и называем план. План первого этажа. План нашего первого этажа. То, что касается наших осей. У нас с вами на планах этажей должны быть использоваться только те оси, которые задействованы для его моделирования. Все остальные оси должны быть скрыты. То есть, если я перейду на план моего второго этажа, я вижу то, что у меня здесь ось задействуется, здесь ось задействуется. На самом деле, здесь у меня все оси задействуются, кроме крайних. Уже на предыдущих наших видео я скрывал ненужные наши оси. Не забывайте об этом. На плане нашего второго этажа. С названием чертежа, я думаю, достаточно все понятно. Следующий самый сложный элемент, который нам необходимо отредактировать, это нашу лестницу. Я перехожу во вкладку «Вид», «Видимости графика». Меня во вкладке «Видимости и графика» интересует категории модели. Нахожу лестницу. Лестницу. Раскрываю древо с данной лестницей. Что я теперь делаю? Убираю галочки сверху, 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 сверху. Убрать галочку. У контуров оставляю линии подступенка. Убираю. Линии свеса оставляю. Марки вырезов оставляю. Невидимые линии галочку убираю. Опоры проступи оставляю. Следующее, что меня интересует, ограждение. То есть еще раз задержусь, где мы с вами убрали галочки. Теперь ограждение. Раскрываю точно так же древо с нашим ограждением. Тоже убираю обозначение сверху-сверху. Убираю у невидимых линий. Все остальные элементы оставляю. Окей. Вот у нас с вами лестница подрезалась по ГОСТу. Следующее, что мне необходимо сделать, настроить аннотации наших лестниц. У тех, у кого стрелочка убралась, то есть вот эта стрелочка обозначения вверх, предположим, я ее удалю, я перехожу во вкладку аннотации, и у нас есть обозначение траектории нашей лестницы. И нажимаем на лестницу. У нас вернулось наше обозначение вверх. Теперь давайте его грамотно настроим. Подсвечу данную стрелку, перебирая клавиши Tab, ее нахожу. И в панели свойств убираю галочку «Показать текст», «Показать текст». Галочки нам с вами не нужны. Окей. Теперь настроим нашу стрелку. Вот это автоматическое направление. Изменить тип. Фиксированное направление вверх. Здесь уже выбираю контур точка 3 мм. Галочки на всех элементах оставляю. Расстояние до марки вырезов 1. Чтобы он у нас нормально довелся до конца. Если у кого-то отсутствует то же самое обозначение контур точка 3 мм, его необходимо создать. Как создаются у нас контур точка? Нажму пока ОК. Вот он. Перехожу во вкладку вид. Вид. Дополнительные параметры. Управление. Дополнительные параметры. Дальше перехожу в засечки. Засечки. И здесь создаю. В засечках выбираю не 30 градусов, а контур точка 3 миллиметра. Стандартная. Но если она у вас отсутствует, там будет контур точка 1,5 мм. Копирую стандартное обозначение. Контур точка 3 мм. Пускай будет моя. Окей. И произведу ее настройку. Точка 3 мм. И мы с вами в итоге все отредактировали. По ГОСТу у нас должна быть линия нашей стрелки жирная. Поэтому что мы с вами сделаем? Ну, самое простое, чтобы отредактировать нашу стрелку, это при помощи линии аннотации, линии детализации, просто поверх линии 0,5 зарисовать нашу стрелку. Это самое простое и примитивное зеркало.
По новому ГОСТу кружочек у нас освобождать не нужно, поэтому оставляем его таким, какой он есть. Идем дальше. Высотные наши отметки. Переходим во вкладку «Аннотации». Высотная отметка. В высотных отметках выбираем необходимую уже не стрелку, а рамка «Проект» в панели «Свойств» выпадающей менюшки. И ставим высотную отметку внутри нашего помещения. Отметка в данном случае нулевая. Три раза нажимаем левой клавишей мыши. Подсвечиваю данную высотную отметку. И в панели свойств убираю галочку «Выноска». Мне она не нужна. Захожу в изменение типа нашей высотной отметки. Так как мы ее настраиваем по ГОСТу, мы с вами будем ее редактировать по итогу. Что мы с вами будем делать? Сразу же перейду в наш текст, поставлю галочку «Курсив». Высота текста 3 мм. Отступ 0. Шрифт Isekpure. Isekpure. Задний фон прозрачный. Прозрачный. Дальше. Формат единиц. Не забудьте убрать плюсовое значение у данного типа высотных отметок. И соглашусь с выполнением данного действия. У нулевой высотной отметки у нас не должно быть ни знака плюса, ни знака минуса. Следующее нам необходимо что сделать? Отредактировать само семейство. Чтобы у нас нормально отображалось расстояние наших нулевых значений. Что я делаю? Открыть семейство. Здесь перехожу в аннотации. Для России. Высотная отметка. Высотная отметка рамка. Редактировать буду данное семейство. Редактирую границы квадратика таким образом, чтобы у меня в итоге нормально вырисовывалось текстовое обозначение. Собственноручно, аккуратно уменьшаем рамочку. Закрыть проект и загрузить. Заменить существующую версию значения параметров. Рамочка у меня стала меньше. Следующее, что мы с вами делаем. Подсвечиваем высотную отметку правой кнопкой мыши. Переопределить видимость и графику для элемента. И ставим вес линии марки 2. Окей. Чтобы у нас рамочка отображалась нужной толщиной наших линий. Что я делаю далее? Я настраиваю разрез. Подсвечиваю разрез. Нажимаю «Изменить тип». Меня интересует марка моего разреза. Здесь появляются три точечки. Вот здесь. Как только я нажму левой клавишей мыши. Заголовок разреза ставлю «Вид». Задняя часть моего разреза ставлю «Задняя часть разреза вид». Стиль линии разорванной штриховая. Что вы должны знать? В ранних версиях задняя часть разреза, там идет обозначение не задняя часть, а концевая часть разреза, вид. Используйте ее. Окей. Окей. Чтобы мне разорвать мой разрез, мне нужно нажать на молниеобразную линию, которая в центре у меня появляется. Нажму на нее, разрез разорвался, вывожу его в ноль. Что я делаю теперь? Подсвечиваю мой разрез, точнее уже даже не нужно подсвечивать, файл. Открыть семейство, аннотации для России, сначала заголовок разреза вид. Редактирую его. Что мне необходимо сделать здесь? Подсветить текстовую часть моего вида. Ну, во-первых, могу подредактировать, чтобы он был более ровненько располагался рядышком с моим разрезом. Вот таким вот образом.
Теперь подсвечиваю текст, изменить тип. Задний фон прозрачный. Шрифт Isocpure. Isocpure. Размер текста 3 мм. Курсив. Окей. Дальше. Управление. Стили объектов. Создаю под категорию марка разрезов. 0,5. Марки 5. И 0,18. Марки 2. Окей. Теперь подсвечиваю линию вспомогательного моего разреза в панели свойств. Идентификация под категории, ставлю марку 5. У вспомогательной линии стрелки марку 2. Загрузить проект и закрыть, не сохраняя данное семейство, заменить существующую версию и значение параметров. Чтобы у меня нормально отображался мой разрез, давайте в диспетчере проектов переименую его просто цифрой 1. Разрез 1.1. Я вижу то, что текстовая часть у меня немного сместилась, можно было ее ближе принести к нашей стрелке. Давайте сейчас сразу же это сделаю, чтобы потом никаких вопросов у нас с вами не возникло. Так как я семейство не сохранял, мне придется еще раз его отредактировать. Аннотации для России. Заголовок разреза вид. Смещу данную текстовую часть, получается, немного в сторону. Снова подсвечу текст. Изменить тип. Прозрачный. Снова Isocpure. Курсив 3 мм. Дальше. Снова управление, стили объектов. Создаю. Проще было сохранить на самом деле данное семейство, но так как я этого не делал, мне придется проделать это снова вручную. Марка 5. 0,18. Марка 2. Ну, дабы это делается быстро, мы с вами быстренько это все снова восстановим. Так сказать, восстановим нашу справедливость. Загрузить проект и закрыть. Не сохраняю. Заменить существующую версию. Единичка стала у нас ближе. Теперь файл. Открыть семейство. Аннотации. Для России. Задняя часть нашего разреза вид. Проделаю все то же самое. Выделяю. Изменить тип. Isocpure. Isocpure. Не забываем задний фон поставить прозрачным. 3 мм. Курсив. Управление. Стили объектов. Создать. Марка разрезов. 0,5. Марки 5. Создать. 0,18. Марки 2. Окей. Загрузить проект и закрыть, не сохраняя семейство, заменить существующую версию значения параметров. Я вижу то, что у меня здесь единичка тоже отодвинулась, но я это уже настраивать не буду. Сейчас только соединю нормальный разрез. Чтобы мне его передвинуть, мне сначала его снова нужно объединить в единое целое, и здесь уже могу передвигать мой разрез. И передвигаю разрез. Так у нас с вами настраивается отображение нашего разреза. Следующее это различные санузлы, мойки и прочее, то что нам необходимо изобразить на нашем элементе. Табличное значение, ГОСТовское отображение на всех строительных и архитектурных чертежах я вынесу отдельно. Я сейчас сделаю только одну мойку, аналогичным образом делается и сантехприборы. В раковинах у нас, на кухне нам нужно установить с вами раковины, в сантехприборах нам с вами необходимо установить в санузлах, либо санузел, либо ту же самую ванну, душевую и прочее. Как мы с вами это создаем? Аннотации, линии, детализации. Аннотации, линии, детализации.
Выбираем стиль линии 0,18. Рядышком с нашим объектом проектируем 600 на 600 мм обычную мойку. 600 на 600 мм обычную мойку кухонную. Дальше получившуюся линию я смещаю внутрь на 80 мм, будем считать так, чтобы она графически нормально отобразилась. Убираю ненужные элементы. Выделяю, создаю сборку. Прошу прощения, создаю группу. Группа будет мойка. И теперь уже я могу ее разместить там, где будет это необходимо. При помощи функции перенести размещаю мойку кухонную. По-моему, у меня кухня располагалась в этой части моего помещения. Это будет мойка. Где они у нас с вами отображаются? В данном случае у нас под нашими семействами есть группы, и вот они, мойки. Чтобы можно было ее быстро найти. Соответственно, создать экземпляр, и вот у нас с вами будет добавляться наша мойка. Следующее, что мы с вами делаем, это маркировку наших помещений и площади данных помещений. Что мне необходимо сделать? Перейти во вкладку архитектуры, нажать функцию помещения. В выпадающей менюшке выбрать пункт марка помещений с указанием площади. И проверяем, чтобы у нас с вами план этажа было нормальное смещение сверху. В данном случае лучше смещение сверху выбирать по высоте от пола до потолка. У меня перекрытие толщиной 160 мм, при высоте этажа 3 метра. Мне нужно поставить 2840 для нормального отображения наших площадей. В противном случае есть вероятность, то, что помещение прострелит, так сказать, на план второго этажа, и на плане второго этажа будет неадекватно отображение идти наших площадей. То, что касается плоской крыши для плана второго этажа, я еще об этом сегодня расскажу. Итак, что я делаю теперь? Что я должен знать для расстановки наших помещений? По ГОСТу есть разные вариации расстановки. Это по часовой стрелке, против часовой стрелки, сверху вниз, снизу вверх, справа налево, слева направо, но все равно есть градация. Я должен, в данном случае я буду базироваться от того, что у меня в центре объекта есть, грубо говоря, циферблат, и я начну по часовой стрелке, начиная от главного моего входа. Но также мне нужно еще и мое крылечко образмерить. По умолчанию оно еще не видно. Что я сделаю сейчас, прежде всего? Во вкладке архитектура разделителем помещений я запроектирую прямоугольники, которые у меня пойдут для моего крылечка, веранды, террасы. Программа ругается, то, что у меня идет соприкосновение с той же самой стенкой. Можно было обчертить чисто по контуру до стены, но я сделал сразу же прямоугольником. Итак, возвращаясь в вкладку архитектура помещения. Помещение с указанием площади, здесь уже все сохранилось. Итак, мое входное крыльцо, мой тамбур, санузел. Просто общелкиваю нажатием левой клавиши мыши. Сейчас у меня программа подзависла, отвисла. И начинаю по часовой стрелке общелкивать все мои помещения. Здесь мне нужно будет редактировать. Я вижу то, что она у меня куда-то убежала, так же, как и здесь. Помещение. Раз, два, три. Достаточно уже объемный проект, поэтому программа у меня немного подвисает. Итак, давайте, чтобы не заходя в долгий ящик, отредактирую разделитель моего помещения, передвину. Он подсвечивается достаточно удобно, поэтому мне ничего дополнительно ставить не нужно. Второй разделитель помещений проделаю то же самое. Клавишей Tab нахожу его. У
не удалось отредактировать, поэтому придется вручную все это делать. Разделитель помещений, запроектирую прямую линию. Помещение. Ну, а теперь уже адекватно. Маркировка может сбиться, поэтому мне вручную нужно будет его переназывать. В данном случае он уже 10-е помещение воспринял. Теперь что я делаю? Должен отредактировать семейство для данного типа помещений. Подсвечу текстовую мою часть. Нажму «Редактировать семейство». Что я делаю в редакторе семейства с нашими помещениями? Для начала подсвечиваю циферную часть. Перехожу во вкладку «Вид», «Видимость и графика». Перехожу во вкладку «Категории аннотаций». Ставлю галочку «Показать все категории аннотаций», нажимаю «Ок». Все необходимые вспомогательные линии. Дальше перехожу во вкладку «Управление», «Стили объектов». Стили объектов, марка помещений ставлю второй, чтобы толщина линий нормально отображалась. Окей. Дальше что я делаю? Маркировка помещений у нас указывается с вами в кружках, поэтому я воспользуюсь создание, линейное, и запроектирую круг. Миллиметра от квадрата. Теперь уже после того, как вы запроектировали круг, вы можете избавиться. Избавляемся. Теперь что я делаю? Подсвечиваю значение круга, убираю галочку с видимых, ставлю галочку маркировка нашего центра, точнее не так, видимые, на квадратик нажимаю. Выбираю здесь «Показать номер помещения», нажимаю «Ок», и маркер центра, галочку проверяю, чтобы было убрано. Чтобы нормально отображался мой кружочек, все-таки не 4 мм, а 3,8 поставим. 3,8. Теперь подсвечиваю текстовую часть. Изменить тип. Здесь настраиваю ISAC Pure. Три миллиметра, курсив, прозрачный. Чтобы нормально у меня отображалось обозначение, я убираю имя помещения. То есть подсветил просто, удалил имя помещения. Что я делаю теперь? Загрузить проект, заменить существующую версию значения параметров. У нас с вами теперь идет отображение и маркировки помещений с обозначением площади. Давайте маркировку помещений просто вернем. Пока мне площадь не нужна. Ну, на самом деле через фильтр лучше поставить для них всех. Фильтр. Маркировки помещений и выпадающие менюшки выбираю для всех просто маркировка помещения. Восстановлю справедливость. У нас с вами было здесь помещение под маркой 6. Программа сейчас немного поругается, что имеет повторяющиеся значения, но потом мы с вами это все настроим. Итак, мы с вами расставили основную маркировку помещений. Ее лучше всего располагать ближе к центру самого помещения. Теперь давайте настроим обозначение наших площадей. Для этого мы с вами переходим во вкладку «Архитектура». Маркировка помещений. Пока сохранить проект не буду. Маркировки помещений с нашим. Я выбираю помещение. Изменить тип. Копировать. Площади. Убираю галочку с «Показать номер помещения». Ставлю галочку на «Показать площадь». Окей. Ставлю в одном из обозначений, лучше всего помещение по ГОСТу мы с вами располагаем в правом нижнем углу нашего основных помещений.
ставим площади. Сейчас мы отредактируем семейство, потому что площади у нас с вами должны иметь нижнее подчеркивание. Ставлю для всех основных типов помещений площади. Можно было воспользоваться автоматической расстановкой площадей, я этого делать не буду. Я поэтапно сделаю для каждого элемента в отдельности. Площади. Теперь настроим, чтобы у нас площади были с нижним подчеркиванием. Подсвечиваем любую площадь, нажимаем «Редактировать семейство». В редакторе семейства находим обозначение нашей площади в метрах квадратных, клавишей Tab. Изменить тип. Копировать. Копирование обязательное, потому что иначе у нас подчеркивание появится еще и с кружочком. Называем с подчеркиванием. С подчеркиванием. Теперь мы поставим галочку «Подчеркнутый». Окей. Загрузить проект и закрыть. Не сохраняем. Заменить существующую версию значения параметров. У нас с вами площади стали подчеркнутыми. Что мне необходимо сделать теперь? Ну, на самом деле, мне нужно было бы отредактировать еще дополнительно правильное отображение тех же самых площадей. Что я забыл, сейчас механическая память, так сказать, сыграла. Нажимаю два раза левой клавишей мыши по обозначению площади нашей. Нахожу снова площадь. И сверху редактирую метку. Редактирование метки. В площадях мы редактируем формат единиц. В формате единиц мы убираем галочку «Использовать параметры проекта». И задаем десятичный до двух знаков, обозначение единиц нет, квадратные метры. До двух знаков. Соглашаемся с выполнением данного действия. Окей, окей. Снова закрыть проект и загрузить. Заменить существующую версию. Мы с вами видим площади с обозначениями без метров квадратных, а чисто сам формат единиц. Метры квадратные мы вынесем с вами в таблицу экспликации отдельных наших элементов. Что мы теперь с вами делаем? Если у вас не применилась данная настройка для остальных типов помещений, нам нужно будет их выделить и выбрать правильное семейство в панели свойств. У меня в данном случае не нужно этого проделать, так как я сначала расставил площади, а потом редактировал основные наши семейства. Что я теперь делаю? Я могу подписать все эти обозначения наших семейств. Для этого мне с вами необходимо найти площадь наших помещений и задать сразу же имя. Пускай это будет кухня. То есть, что я сделал, сейчас покажу на остальных помещениях. Я подсвечиваю. Навожу курсор там, где у меня отображение есть нумерации моего помещения, клавишей Tab, вижу контур моего помещения. И здесь задаю сразу же имя. Там санузлы, санузел, кухня-гостиная, тамбур тот же самый, либо прихожая, тамбур пускай будет. И так далее. Для всех основных помещений я задаю данное обозначение. Что я проделываю теперь? Если у вас несколько помещений тех же самых кухонь, ничего страшного в этом нету, уже в дальнейшем будет у нас выноска всех основных элементов, параметров. Теперь создадим условные обозначения для наших дальнейших планов, потому что мы все это будем выносить с вами на отдельные листы, но не в этом занятии. Итак, что я сделаю теперь? В панели свойств меня интересует легенда, нажимаю правой кнопкой мыши, проект пока не сохраняем, условные обозначения. Условное обозначение. Масштаб 1 к 100. Окей. Что я делаю здесь? В условных обозначениях меня интересует открыть диспетчере проектов мои семейства, найду стены и вынесу свои основные стены. Как они выносятся? Просто зажатием левой клавиши мыши и переносом на
мое отображение. У меня несущая стена газобетон со штукатуркой была. Просто несущая стена газобетонная. Кирпичная перегородка. Все стараемся располагать на одной прямой. Уровень детализации поставим на максимум. Теперь точно так же, как и на наших планах, мы с вами заходим во вкладку «Вид», «Видимость и графика», находим стены, раскрываем древо, у общих ребер ставим марку пятую, у самих стен марку пятую. Вот таким вот образом. Теперь что я делаю? Аннотации. Текст. У меня не был создан на данный момент текст высотой 5 мм, поэтому я... Ну, либо он у меня был, сейчас проверю. Нет, его еще не было. Поэтому я базируюсь от isecpure 5 мм, изменить тип, копировать. 3 мм. И высота текста уже не 3, а 5 мм. Ой, не 5, а 3 мм. Пишу условное обозначение. Обязательно в условных обозначениях ставьте двоеточие, потому что у вас идет дальше перечисление элементов. Следующее, что я делаю. Рано еще текст к нашим стенам. Выделю их, сделаю покрупнее. Выделю стенки. Длина основания поставлю 1500, чтобы она получилась пошире. И еще мне нужно добавить линию разделения, молниеобразную по ГОСТу, то есть рассечение нашего материала. По умолчанию она у меня в 20-й версии отсутствует. Я прикреплю файл с данной подрезкой. Давайте я ее подгружу. Вставить, загрузить семейство. В данном случае линии обрыва. Я это отдельный файл вынесу. У вас она есть. Располагается она в ранних версиях. Ну, у кого есть, у кого ее нету. В аннотации компонента узла. У меня ее нет, поэтому я ее подгружаю. Подгружается семейство из версии 11. Дальше. Вкладка архитектура. Ой, прошу прощения. Аннотации. Компонент. Компонент узла. И начинаю обрисовывать. Сначала сверху вниз по левому краю. Раз. Два. 3, и снизу вверх по правому краю, 2, 3. Подсвечу компонент данного разделения, изменить тип. В панели свойств ставлю обозначение 110, 15 оставлю, 75, 70. Окей. У меня подрезались необходимые мне элементы. Здесь немножко смещу, потому что часть стены вылезает. Теперь нажму левой клавишей мыши по подрезке, правой кнопкой мыши. Переопределить видимость и графику для категории. Поставлю категорию данного элемента, проекционные линии, стиль марки 2. И теперь спокойно дальше уже буду расписывать. Аннотации, текст. Первая стенка у меня пойдет в обозначении. Наружная. Наружная. Стена. Из. По материалу расписано. Газобетона. Четыреста миллиметров. С облицовкой. Из кирпича 120 мм и штукатуркой 10 мм. И смещу текстовую часть. Так, чтобы она красиво и эстетично смотрелась.
скопирую ее обычным Ctrl-C, Ctrl-V и переименую внутренняя стена из газобетона 400 мм. Вся остальная текстовая часть мне уже не надо. Выровняю текстовую подпись. И перегородка. Сто двадцать миллиметров. Стараюсь располагать на одной прямой, чтобы выглядело красиво. Перемещаю я просто стрелочками на клавиатуре, передвигаю вправо, влево, вверх-вниз. Мы создали условное обозначение, пока они у нас с вами не выносятся на наш план этажа. Мы их будем выносить с вами в дальнейшем. Что мы теперь с вами делаем? Будем настраивать основные размеры. Для этого возвращаюсь на план этажа. План этажа. На плане этажа мы с вами будем расставлять основные размеры наших помещений и всех основных элементов. Гаражную дверь я пока редактировать не буду, она редактируется абсолютно аналогичным методом. Пока удалю все размеры и буду делать их с нуля. Итак. Что нам с вами необходимо знать о наших размерах? Во-первых, я буду расставлять линейный наш размер. Зайду в изменение типа, посмотрю, какие основные настройки у меня здесь были. В первую очередь, это линия сплошная, линия, длина полки выноски 3 мм. Засечка нет, от начала, диагональ 3 мм, вес линии 2,5. Все остальные настройки, насколько помню, я не трогал. В тексте курсив и секпиур 3 мм, задний фон прозрачный. Задний фон прозрачный. Все остальные элементы мы с вами уже настраивали ранее. Нам нужно еще отредактировать нашу кратность. Давайте формат единиц найдем. Формат единиц по умолчанию поменяем на пользовательское. Это точно там же в редактировании размера. Формат единиц. Уберем галочки. Поставим значение пользовательское и величина округления 5 мм. Делается это для того, чтобы не получилось там сотых доли миллиметра, 1-2 мм, а округлялось нормальным кратным 5. Окей. Окей. Что вы должны знать по расстановке размеров наших основных? Здесь еще декоративная стенка. Все размеры у нас с вами... Прошу прощения, параллельным размером я буду пользоваться, а не линейным. Параллельный размер. У нас идет три различных типа размера. То, что касается внешних размеров и внутренних. Давайте начнем с внешних. Мы с вами будем базироваться по стандартному ГОСТу, когда слева и снизу должны быть обязательно три размерные цепочки. Справа и сверху по одной. А конкретно, что у нас должно находиться слева, и обязательно на это обратите внимание, габаритная цепочка повторяет чистое изменение геометрии моих стен. Сейчас еще отредактирую, чтобы у нас нормальный отступ был от элементов. Чистое изменение геометрии моих внешних стен. Это пойдет первый наш размер. Вот эту длину полок выносок мы с вами тоже будем редактировать. Давайте сейчас этим и займемся. Изменить тип. Отступ не от элемента, а от размерной линии. От размерной линии. Окей. Я вижу то, что у меня окно теперь уже некорректно привязано. Должна была быть привязка кратной 10. Сейчас я это все выровняю. 3660. И оно у меня сместится. Я подсветил окно и изменил показатели в размерах. Ну, насколько я помню, окно-то добавлял собственноручно. Следующий размер, снова параллельный,
расстояние между каждыми из осями. Ну, между каждой из осей в отдельности. И третий размер между крайними осями. Размер мне придется опять отредактировать, разрез точнее, приблизить его ближе к нашему домику. Ну, либо мог его за пределы, но лучше ближе его расположить. Снова разорву. И снова перемещу. Снизу. Точно так же габаритная размерная цепочка, чистое изменение геометрии наших стен. Дверной проем, здесь сразу же, возможно, ошибки повсплывают. Окно, привязка окна, гаражные ворота. Следующий размер между каждой из осей в отдельности. И габаритная размерная цепочка. Оси отредактируем. Отодвину, чтобы нормально смотрелись все основные размеры. Следующее что? Справа и сверху только габаритная размерная цепочка, так как у нас расстояние между осями статичное. А вот изменение геометрии стен может отличаться. Мы с вами закончили с основными внешними размерами. Теперь внутренние размеры. Рассмотрю только основные. В идеале каждое помещение мы должны показать ширину, глубину помещения. И также показать ширину двери и привязка к двери ближайшей стенки либо перегородки. Это идеальное отображение. Но чтобы уменьшить пространство, так сказать, замусоривание нашего чертежа, мы можем встроить размер нашего габаритный размер двери в общую габаритную цепочку, которая использовалась уже ранее. А конкретно проем. И сумма этих размеров будет как раз соответствовать общему габариту наших помещений. Наружные элементы мы уже с вами не образмериваем, они у нас вынесены во внешнюю габаритную цепочку, поэтому я образмериваю только все, что располагается у меня внутри моего помещения. Ширина двери в тамбур. Ширина двери. И образмериваю таким образом все основные наши помещения. Здесь мне нужно будет показать еще и излом моей стенки. Что еще нужно запомнить? Здесь у меня помещение кладовой и помещение гаража, ширина у них одинаковая. Повторяющиеся размеры стараются убирать из чертежа. Поэтому они находятся на одной прямой, в одной, по сути дела, плоскости. Мы снова 3600 не дублируем. Поэтому в данном случае мне необходимо поставить только ширину помещения. Здесь пространство много, проще всего указать отдельно ширину двери и привязки двери к стене. То, что касается габаритов колонны, она уже привязана у нас с вами по границам нашего основного помещения. Мы отдельно ее можем и не привязывать. Расставлю все основные уже, чтобы завершить. Таким образом. Длину перегородки у меня не указал еще. Вот таким вот методом. И теперь габаритная цепочка, проходящая через наш объект.
Клавишей Tab мне нужно будет сейчас найти 10 миллиметров моей штукатурки и продолжаю по максимальной длине моего объекта выносить общую внешнюю габаритную цепочку. Обязательно проверять, чтобы все элементы у нас вынеслись. И обратите внимание, 3600, 3600, одно значение я могу удалить. Выношу размеры, чтобы они не оставались в конструктивных элементах. Засечки и выноски мы с вами настраивали для тех, кто только пришел к данному видео, на разрезе. Все засечки выношу. В элементах не оставляю ни одного размера конструктивного. Все данные выношу. За пределы моего объекта лучше. И по максимальной длине тоже я должен провести вертикальный размер. Но что можно учитывать? То, что я в этот вертикальный размер могу включить и какие-то из размеров, которые располагаются внутри нашего помещения. Пускай у меня размер этот пойдет вот здесь. Клавишей Tab мы находим линию. У меня штукатурка просто 10 мм еще идет. Здесь помещение. Я могу включить размер двери, чтобы не засорять мой чертеж. От 3400 я могу тоже уже избавиться. И сейчас будем чистить чертеж от всего лишнего. Получается 3410 у меня размер повторяющийся. Размер общий моего помещения. Он не будет повторяться, но если только просуммировать, поэтому я тоже могу от него избавиться. Сейчас вынесу необходимые размеры, чтобы они у меня не накладывались друг на друга, чтобы чертеж оставался читаемым. Угол наклона полок выносок тоже у нас регламентирован по ГОСТу. Здесь данные размеры я могу удалить. Этот размер смещаю, чтобы он не накладывался и смотрелся более эстетично. Вот как-то так, таким вот образом. Второй этаж выполняется абсолютно одинаковым методом. Абсолютно точно так же настраивается. Никаких проблем в данном случае возникнуть не должно. Принципиальное отличие то, что на плане второго этажа, если у вас мансардная крыша и кровля подрезалась под данный участок, в данном случае у меня вот здесь крыша будет подрезаться, мне необходимо будет точно так же, как и на разрезе, показать линию моим утеплителем. Ну, изоляцией. Прочертить его здесь. Показать то, что там у меня разрезалась часть крыши. И отредактировать его по толщине. Ну, точно так же, как делали на разрезе. И следующий момент, то, что касается нашего основного конструктивного крыши. Всяческие козырьки наших крыш мне нужно будет показать стрелочку формирования моего уклона. Как у нас формируется уклон нашей крыши? Если у вас на балконе, на вашей плоской эксплуатируемой крыше, либо на балконе, то есть везде, где есть доступ людей, тоже нужно будет показать площадь, так же, как мы с вами делали на плане первого этажа. Не забудьте у плоской крыши подсветить, вот на примере той же самой стены покажу. И в панели свойств убрать галочку «Границы помещения». В противном случае площадь и маркировка помещения отображаться не будет. Ну, на нашем основном участке.
А так все настройки по плану второго этажа абсолютно одинаковые. Я, скорее всего, сделаю еще дополнительное видео потом уже по второму этажу и расскажу опять же вкратце, чтобы все сделали от и до правильно оформленный чертеж. Достаточно трудоемкий сегодня был у нас с вами урок. Надеюсь, то, что вам это понравилось, вы понимаете, что это не так уж легко, но, с другой стороны, я постарался объяснить простым и понятным языком. Если вам понравилось видео, вы знаете, что надо делать, и еще скоро с вами увидимся. Всего доброго!